Он в дверь ломится куда-то. Йо, мои любимые подписчики, бомжи-выживальщик Диего с вами, а это новый сезон бомжи-выживания на конквестах. Дождались. Ставь лайк и поехали. Вадя, у меня есть к тебе предложение. Может, ты пойдешь все-таки за виверной нам? На конквесте? Да, да. Та, что ли, пойти? Или когда? Конечно. Не надо нам конь. Иди за виверночками. Ну, все, сейчас надо убиться там. Ты быстро их приучаешь мастерски. Просто с первым мы будем долбаться тут год. Я имею в виду сканить территорию, летать. Сейчас надо, чтобы кто-то убил меня, найти. Я 70 уровень, мне же позволяет уровень, да? Конечно. Я уже забыл просто. Ты ж видишь, Вадя, в арке скукота настала для бомжей. Не, уже, это арк уже не тот. Тут сидят перки. Тут какой-то бомжара на этом. Не на Викинг Бэй, между джангла 1 и Викинг Бэй. Гдошек бьет. Пойду у него кирку заберу. Сейчас сначала с ним поговорю. Я скажу, что это были мои животные. Сейчас ему объясню все тихо. А если они нейтральные? Сейчас, они нейтральные. Что ты делаешь? Зачем ты трогаешь моего трайка, мужик? Это мой трайк. Что ты делаешь? Он в этой, в кожаной броне и с киркой. Пойду его на трайка его пихну, чтоб трайк его забил, дурака. А у тебя какой уровень там? У меня 71. А у него? Ого, у него имбовый, он меня чуть не зарубил. Он меч достал. Он меня чуть не зарубил. Что ты делаешь? За ним трайк бежит, сейчас трайк мне поможет, боданет дурака. Он в кожанке, Вадя, наша задача его вынести, все, иди сюда. Да блин, я только прыгнуть хотел. А все, ну прыгай, да. Прыгай, значит, я разберусь тут. Я прыгаю. Верно, принесешь моего лежит. Там лежит кожа в трансмиттере. Кожаная броня, что ли? В обелиске. В обелиске нет, просто кожа. А на каком? Так, где тут кристалл? На синем. Сколько кожи? Так. 70. Как только бомжи-выживальщик услышал, что там лежит где-то халявный ресурсик, он ринулся туда. Дальше будет, ребята, интересно. Смотрим. Пойду виверну искать. Давай. На кристальное слово. А я пойду за этой кожей сейчас схожу. По щам ему надоест. Да, броню сейчас сделаю кожу. Сейчас сделаю кожаную броню, и пацана выйдется. Потому что он без разговора начал драться. Я ему всего лишь 3 удара в спину нанес. Пойду на трайк его пихну, чтоб трайк его забил, дурака. Потому что он без разговора начал драться. А он, видно, уже ученый, его, наверное, шатали. Короче, так. Походу, сейчас мы этого ученого научим жизни. Я себе лук сейчас скрафчу, буду долбать его там. Как тебе? Я забыл уже, где она тут спавнится, это давно. Так, подожди, сейчас помню. Слушай, Вадя, если ты не помнишь, то все нам жопа. Что я их мало приручил. Я знаю, в самом левом нижнем углу там островок есть, там их как говна. Только надо сейчас за кирку сделать. Угу. Тут темно, как в жопе. И так, ты их сможешь только один раз выгрузить. Я знаю, потому что... Креоподов нет, да. Так, сейчас я болос сделаю, Вадя, ё-моё, сейчас я его научу жизнь любить. Ага. Нашел он с кем бодаться, и Горюху, значит, хотел топором зарубить, но это зря. Диего таких не прощает, да? Рунды получить хочешь. Ну, я бегу искать его. Тут фиолетовый луч спускается. Может, он захочет его взять, придет? Надо спрятаться тут. Как рейдеры делают возле луча. Рецепт на серп тут есть. Ищу пацана в кожаной броне. Он тут рассекает, представляешь? Красавчик такой. С моими конфигами я его в 2 счета выслежу. Нашелся тут рассекатель, знаешь? Рассекатель чисто. Куда же он мог побежать? Тут выбор-то невелик, куда в кожанке можно побежать. У него плот свой, вон он! У него есть каменный плот! Он смотрит на меня. Чё смотришь, Затуфан? Подписчички мои любимые, дорогие, только не пишите мне, пожалуйста, что Диего, значит, ты аркер профессиональный, а пристаешь ко всяким бичуганам. Посмотрите, я стартанул на пляже, я такой же бичуган. Поэтому это просто бомжи ПВП, это бомжи война. Тем более против меня у него все шансы, я, значит, бичуган, а он залутыш, в кожаной броне, с арбалетом. Короче, бомжи ПВП, как вы и любите, смотрим дальше. Пацан тебя шатает еще там по второму. Не-не, вот так он не он меня убил, меня трайки убили. О, вниз спустился? Дверь открыл? Сейчас ему покажу, ё-моё. Он в дверь ломится куда-то. Грядку забил и ни одного кристалла. Есть! Я на него накинул болос. Все, убиваю его, забираю у него две части. Нашел с кем тягаться, мальчик. Со старыми дедами. Есть, убил его! С
Все маленький, ну у него арбалеты были всякие там, иди сюда. Мне же надо плот открыть. Нет, я плот не... он заставил закрытым его, он хитер. Верно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 150-е ходит, бляха, у меня ничего нет. Надо выбивать, собственно. На 150. Не могу его облутать, прикинь. Это, вытащи его тело. Не могу, когда в воде тело вытаскивать. Да. Бляха, не могу в сумочку залезть. А, я кристаллов не могу убить. Сейчас он дверь откроет, мой хитрый новый план. Сейчас он дверь откроет, я его с лука застрелю. Все, он идет. Сейчас его буду выносить. Он сейчас будет дверь открывать, чтобы свой лут забрать. Да, да, пусть вещи поднимет для начала. Да, он сейчас дверь откроет, и я его, короче, застрелю. Ага, Валерий. Открывает дверь, закрывает. Смотри, боится. Что Валерий, ты делаешь? Ты боишься что? Меня? Почему? Вай. Мне нужны только твои сам. Вещи. Блин, я сейчас его... я знаю, глут забрать, Вадя. Старого аркера не обманешь. Поставлю тут спальник, отвечаю. Прямо это сам. Там, чтоб сразу, если верно сбросить, заспавнится. Пытается дверь открывать, со мной стреляться хочет, дурачок. Кстати, нет кристаллов, кстати, по-любому. Давай мне кристаллы, сука. Да комнаты задрали, сейчас, вот сейчас мы там пощем такое. Против каменной, сейчас посмотрим, что такое металлическое. Нихера там убийца компи. Да они достали, они ходят за мной, не дают кристалл долбать. Убила. Все, забрал его лут. Ой-ой-ой, горюха, ты хитер. Я уже набил это сам. Сотку набил. Итого, сотка кристаллов, да, на 150. Туда, по-моему, там сотка или сколько? Слушай, я не помню, Вадя. А сотка, сотка. Вон она летает. Блин, я еще чуть-чуть долбану. Вот он тут. Блин, боюсь ее долбануть, а мне надо еще хоть чуть-чуть кристалл. Она забаговалась сейчас. Ну-ка, дай-ка я на тебя залезу. Дай-ка. Есть. Не 150, а 130 будет. Все, кормлю. Хорош. Слушай, Ваня, ты полгода ее кормить будешь, дружище. Ты парашюты сделал? Ох, ну, не сделал. Я всегда без парашюта. Как это? Хардкор только. Киркой на ней везу. У меня спальник там установлен возле кира. Где металл плавится, короче. Я это... Похрен. Все, Ваня, я лудецкий его забрал. 130 будет. Я не знаю, где 150, она сама ко мне прилетела. Я решил вытонуть. Хорошо так на нее уселся. Сколько у меня шкала приручения не вижу. Ой-ой-ой, по 3% всего-навсего. Ну ладно, ох ты. Верно, нужно. Open your door. Why you sit here? You scared me. Open your door. Ого. Через дверь меня хотел прострелить, прикинь. А что будет дальше, вы, конечно же, узнаете в следующем ролике. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Как только на этом ролике наберется 100 лайков, новый ролик не заставит себя ждать и выйдет. Поэтому ставим лайкосы и наслаждаемся просмотром. Всем пока-пока. Короче, Вадя, моя миссия сейчас выманить его и оглушить, понял? Все, снайпер работает. Эй, Джонни, кто это там? Это мужик-жольчик Диего. Это бомж-выживальщик. Заходи и смотри.